тишины. Сегодня прекрасный зимний день. Тепло на улице, плюсовая температура. И он вообще прекрасен, потому что мои друзья из группы «Гниющий мясоруб» ветхозаветного дэт-метала города Москвы прислали мне славный презент. Сейчас я вас удивлю. Я, если честно сказать, им очень сильно благодарен, потому что они меня просто удивили. И надеюсь, что удивлю я вас сейчас тоже. Итак, фокус. Фокус. Тема, да? Реально. Березовый сок, я так думаю, они мне прислали. Гниющий полугар. Кто такой, что такое полугар, я думаю, вы сами знаете. Вот это вот березовый сок. Уже видите, как тепло на улице. Уже с берез идут всякие соки. Вон, покажите березу. Вот береза. Вот всякие вот такие соки идут с берез. Спасибо большое, пацаны. Вообще очень рад. Я думаю, что на праздники, на проводы русской зимы мы попробуем этот березовый сок. И все оценят, что такое гниющий полугар. Всем спасибо за внимание. Прячу березовый сок в рюкзак и несу домой. До лучших времен. Пока вот несу домой полугар, уже начались звонки заинтересованных личностей. Забрал я его или нет? Ну, я его забрал. Да, и кстати, если кто не знает, что такое полугар, полугар — это традиционный национальный русский напиток, то есть хлебное вино. Оно котировалось с 15 по 19 век. Как-то так. Ну, оно там, как бы, способ приготовления, там чисто на хлебе или пшенице. Нет, скорее на хлебе, по-моему. И фильтрация углем или молоком, как-то так. А полугар, потому что его проверяли качество, то есть наливали в чарку там медную какую-то и поджигали. И в зависимости от степени выгорания там что-то, поэтому он так и назывался полугар, да. А слово вообще вот это полугар, насколько я вот помню, его ввел царь Николай I, да. И он как бы был такой образцом вообще русской национальной традиции. Его пили из таких рюмочек граненых. И причем его не обязательно было пить там залпом. Люди просто наливали вот эти рюмочки. Ну, кто помнит, такие рюмочки граненые там с ножками такие. Если кто-то в совдепе у родителей сохранились, должны помнить. Вот, и наливаешь туда, и такой подтягиваешь, наслаждаешься хлебным запахом и вкусом. И закусываешь там грибочками солеными, капусткой, там типа хлебом с чесноком натертым. Ну, короче, национально-русская кухня. Это был великий напиток. Но потом, короче, монополисты, ну, это уже когда там хрен узнает, решили типа заменить полугар, потому что он мешал прибыли, и уже потом ввели просто разбавленный этиловый спирт, как бы, и типа убрали вот этот полугар, и как бы постепенно он сошел на нет. Но есть люди, которые чтят русские традиции и делают вот такой славный напиток. И как бы присылают нам, что мы тоже вернулись к традициям, к корням. Так что полугар — это наши скрепы. Все, спасибо, пацаны. Пойду дальше.